В Югре определяют лучших киберспортсменов среди студентов. Соревнования проходят в Сургутском районе. В них участвуют три команды. Сургутского государственного университета, Института экономики, управления и права, а также Политехнического колледжа. По 13 человек в каждой. Победители перейдут на следующий уровень – зональное первенство УРФО. А там отбор, финал всероссийского турнира студенческой лиги. К слову, соревнования проходят в 5 компьютерных играх. Команда, которая наберет наибольшее количество баллов по всем дисциплинам, станет победителем. Участники тренируются не один год, причем профессионально. В Сургутском районе даже действуют специальные секции для подготовки киберспортсменов. В прошлом году их открыли больше. Начали с 4, теперь их 7. Наставники уверены, что играть лучше под присмотром. К тому же в программу киберспортивной подготовки входят физические нагрузки не только для глаз и пальцев. У нас впервые проходит Всероссийская киберспортивная студенческая лига в Югре, здесь, в Сургутском районе. Мы рады открывать новый виток нашего развития компьютерного спорта здесь. Мы стартовали с муниципального турнира «Кубок головы», потом открыли площадки, и вот сегодня уже дошли до того, что мы проводим этап Всероссийского киберспортивного турнира.